Рабочая неделя завершается, а выходные надо проводить с пользой. По уже доброй сложившейся традиции мытищинцев в субботу и воскресенье ждут масса интересных мероприятий для всей семьи. Завтра с 11 часов в Мытищинском лесопарке отмечать будут День смеха. Гостей ждут интерактивные и анимационные программы, спортивные состязания. Будет возможность заняться творчеством. В Центральном парке культуры и отдыха в это же время начнется кулинарный мастер-класс. Также на протяжении всего праздника можно будет принять участие в квестах и интерактивных программах. А в воскресенье днем в парке у амфитеатра и акведука пройдут приключенческие игры и мастер-классы. Организаторы уверены, скучно не будет никому.